Совместный проект библиотек и самарских актеров. Мне есть что вам сказать. Нужны ли театральные проекты в библиотеке? Каков возраст основной аудитории проекта? И интересуется ли проектом молодежь? Смотрите программу «Город С» в 18.15. Гости в студии: Ирина Хлебодарова, главный библиотекарь филиала «Библиотека номер 23», и Олег Белов, ведущий библиотекарь филиала «Библиотека номер 23».